Размер соцвыплат индивидуальных предпринимателей пересчитают. Такое поручение правительству после встречи с уполномоченным по защите прав предпринимателей Борисом Титовым дал президент России Владимир Путин. Соцвыплаты были повышены в 2012 году. Это привело к тому, что в России стремительно стало уменьшаться число представителей малого бизнеса. Прежде индивидуальные предприниматели направляли на взносы сумму примерно 17 200 рублей в год. Теперь это 35 600. Надо сказать, что, повышая сумму взносов, правительство намеревалось получить в бюджет дополнительные 5 миллиардов рублей. Однако реальные потери бюджета от ухода индивидуальных предпринимателей с рынка уже превысили 13,5 миллиарда. Кроме того, Титов предположил, что часть бывших бизнесменов теперь будет регистрироваться на бирже труда и получать пособия для безработных, что также грозит бюджету новыми убытками. И это еще не все. Кроме всего прочего, мы лишаемся сервисов, которые не могут обеспечивать ни средние, ни крупные компании. А это те сервисы, которыми наши граждане пользуются каждый день у себя рядом с домом. Мы бы очень просили, если это возможно, приостановить или вернуть это решение по повышению социальных выплат. Потому что мы должны пойти навстречу бизнесу. Обратился к главе государства Титов.